Всем доброе утро, друзья! Канал Папа Юсуф. Сегодня я отвезу детей. Сегодня день рождения у нас чья? Меня. Вот, малыша день рождения сегодня, друзья. Я отвезу в школу угощения. А я сейчас его есть новые учители. Я еще не видел. Вот, что случилось с старым учителем? Почему уехал? Не знаю. Сейчас я угощение отвезу в школу. Для день рождения Иса. Посмотрим, что дальше, друзья. Сейчас познакомлю учителем. Сдаю телефон номер, конечно, там что-то вдруг проблема. Посмотрим, какая дела. Аня тоже. Аня, меняли твои учители? Нет. Нет, не меняли. Аня, там все нормально. Хорошо. Короче, у них проблемы нету. Когда привыкают, когда чуть-чуть постарше, все хорошо. Давай отлично. Пойдем, а то еще опоздаем. Ага. Давайте пойдем. Поехали. Как я говорю, полетели. Вот, поедем, ребята, быстро. Ваша школа сейчас. Куда 15-20 минут, Аня? Угу. Да нет, ну если максимум 10. Максимум. Даже медленно 10 минут будет. Все эти магазинчики, я думаю, школы, там подают фу. Друзья, угощение, вот. Купил сок, что-то магазин продают. И здесь тоже отдельный сок есть. Сейчас отвезу я. Друзья, вот познакомились. У новый учитель. Хорошая девочка, да. А почему ушел другой учитель? Я так более-менее узнаю. Потому что когда дети на улицу ходят, он вообще не ходит. Вообще с детьми не занимается. Вообще. Дети на улице друг друга покушают, он вообще не уходит, не залезет. Наверное, поэтому народ жалобу писали на свидание. Очень просто. Во, оставил. Все нормально. Сейчас пойду домой обратно. Переготовку. День рождения. Друзья, сегодня четверг. Ребенка день рождения. Пришел в базар купить фрукты. А сейчас я вам показываю четверга базар, какие фрукты продают. И здесь, который немножко... Да, базар большой. Везде попрошайки, серьезно говорю, везде так. Сейчас давай, пойдем базара. Друзья, начинаем. Виноград 10 лира, черный 12 лира, яблоко 7 лира, 8 лира. Большой виноград 15 лира, 19, пардон. Розовый 19 лира. Bunu kaça veriyorsun işte? 13 лира груша. Банан 20 лира. Еще пойду рыба посмотрю, дети. Огурцы, помидор в этом неделе немножко дешевле, друзья. 15 лира. Томат сколько ничто? А? 10 лира помидор. В прошлом видео я говорил 10-15 лира. Во, люди меня не верил. Соленье делит 25 лира огурцы, килограмм. 22 лира чуть-чуть побольше. Фасоль 20 лира, аджур 20 лира, аджур типа огурцы, друзья.
гранат 20 лира, кукуруз 4 штук 20 лира. Наш базар еще селение продает человека. Рыба тоже, я вам показываю, у нас почем продают. Aldık ya. Hazır mı? Genel abi. Друзья, лидаки, это меня 80 лира давал. Штук, говорят, 80 лира. Но это рыба большая. Есть маленький 50 лира туда. Еще, который море, это дорада, говорят, 150 лира. Другой радужками 150 лира. Ölçüyü kaça veriyorsun paşam? Hadi abi. Onlar da abi kilo 80 lira oluyor. 80 lira mı? Neydi onun adı lan? Karides. Karides, по-тюрьески. Друзья, 80 lira килограмм. Как это называется было? Сейчас голова меня так крутился. Елена абi, Елена абi. Если такой свет есть, не купите рыба, друзья. Значит, это не такой. Должна быть хамси тонкий, очень тонкий. Свежая рыба. Хороший свежий рыба, говорят. Он еще хуже, говорят, чем меня. Все, неважно. Друзья, вот рыба такой. Денис Деврия, как берем, пошел? Денис Деврия, 150 лира килограмм. Друзья, большой, который 150 лира. Говорят, если... Чифли хангиси? Шуму? А. 150 лира. Это, который очень-очень вкусно. Шу не, ничто? Шу. Kaça? Mezgi 150. 150 lira. Ondan kalçık içiyor. Şunun adı neydi ya? Onlar sarı kurak, kefal. Şu? O da aynı, kefal. Kefal, kilosu? 120. 120 lira kefal. Ne diyor şu abi? Bizim balık hazır mı baba? Hangi balık abi? 4 tane abi biliyor. 4 tane veriyorum. Сал, баба, кулай ялси. Друзья, я купил, который сегодня мангал буду жарить. Вот такой купил. Первый раз. Попробуем, узнаем. Рыба здесь очень много есть. Сейчас я уже фрукты купил, сейчас я вам показываю. Перец только меня не хватает. Перец тоже купаю. Лимон дома есть. В прошлой неделе я купил. Зелень у нас 2,5 лира штук. Дальше перец не вижу. Баклажан есть. Вот здесь полный перец продают. 8 лира перец килограмм, друзья. Черри дома есть. Черри здесь 20 лира продают. Смотри, какая. Хороший перец нету. Это не хороший. Пойду получше искать. Они так 20 лира, 15 лира говорят. Потом никто не смотрит, не купает. Начинают продавать 10 лира. Уже испорчено. Вот, это помидор очень вкусно. Роза, который полузеленый. Острый перец, радужка есть нормально, но капуста, скоро будем покрутить, куплю скоро, нормальный перец нет, он огромный базар. Просто я вам показываю разнообразные, друзья. Так выглядит красиво базар, хороший. Там есть хороший перец. Пойду куплю сейчас.
Будет хорошая перескадье. Acıma. Yok mu tatlısı ya? Tatlı biber yok mu? Şundan alayım ya. Вот выбираю такой, ла мангала. Kilosu kaç enişte? He? Bu ne? 13 lira говорит. Совсем что ли? Уже покрасный остался перец. Вообще. Сейчас найду. Вот. Вот хорошенько. Куплю сейчас. Друзья, свежие фрукты больше купил. И здесь есть перец для мангал, зеленый, красный, клубника, мандарин, банан, виноград, яблоко. Еще рыба купил для мангал. Разнообразные. Сейчас жарю. Друзья, пришел дети забирать. Много народ по-настоящему. Наши обычные вот там, где дерево. Туда бывает, что они выходили на улицу, наверняка. Если и сами не видят, сразу бегут. Еще они не на улицу, буду ждать. Видите, сколько народ. Сейчас пойду посмотрю его класса. Учителем поговорю. Проблемы есть, нет, узнаю. Вот человек перешел меня. Сегодня кому день рождения? Меня. Сколько лет будешь? 7. Молодец. Подарок что ожидание у тебя? Ну даже не знаю. Что хочешь? Ну даже не знаю. И что хочешь? А что желаешь? Желаю добрый и здоровый. Спасибо большое, да. Еще что, подарок? А я ожидаю, что вам какой-то игрушкой и типа того. Игрушки? Мангал? О. Еще? Еще игал на подарок. Тебе сюрприз есть. Сюрприз? Да. Даже не предлагаю. Хорошо, сюрприз я тебе расскажу потом. Сейчас, Аня, забираем, пойдем домой, сюрприз получишь. Еще они привезли домой. Привезли? Да, нет еще. Позвоню, привезет. Позвоню, привезет. Хорошо? Народ ждет. Всем привет. Папа меня забрал раньше из школы. Хотел в своем месте мангал делать. Сюрприз. Дождь идет. Реально пошел. Да. Сейчас вот мелкий дождь капает. Моросит. Может, туфовку будем жарить мясо? Не, да подождем, что тут быстро кончится, он даже не пролегнет. Понятно, со. Что делать? Давай, пойдем домой, я тебя оставляю, а потом пойду ребята забирать. Поехали. Да, и такое бывает. Как дождь. Хорошо, да? Освежает. У нас градусов на улице плюс 32 градуса. Это машину. На улице 27. Но все равно жарко. Друзья, мангал я начал, который огонь очень сильный у нас. Вот, сейчас что будем жарить? Молодой человек что желает? Курица, наверное. Конечно так. Курица, конечно, котлет, конечно, мясо. Да. Папа соус купил, соус мариновал специально, который не острый. Лук будет еще у нас. Еще, о, любимая. О. Мясо, чистое мясо у тебя. Вот котлет еще здесь.
Да, сейчас овощи есть еще у нас. Много чего, да, овощи? Да. Да, сейчас будем жарить. Пока что пожарим? Баклажаны. Да. Оставляем баклажаны. О, пусть они жарятся. Я к этому костру, мне кажется, раз еще, пять. Конечно, лук надо. Ну, естественно. Если не приходи, очень сейчас горячий. О. А что я могу приблизить? Здесь. О. Да. Сейчас у нас все будет, да, баба? Да. Хорошо. Друзья, баранина первое правило. Баранине надо быть очень сильно огонь. Вот курица не надо очень сильно огоном. Овощи тоже надо пожарить сильно огоном. О. Потихоньку, потихоньку будет у нас. Меня папа позвал помогать. Как дела? Нормально. О, вижу. Вау. Еще холодильник. Как вкуснятина. Рыба на гриле. Холодильник еще стоит, рыба. У нас, конечно же, есть гости, а какие, узнаете на канале Turkish People. Смотрите видео вечером. Да. Сколько мяса папа купил. Отношу рыбу. Рыба на гриле будет. Кошка прям почувствовала запах рыбы. Я ставлю на стол тарелку. Хорошо, молодой, с рыбой. Баранина, забирай, тут народ это чопщиш называют. Да. На вот этих чопстики по-английски называются. Как по-русски? В России большой кусок делают мясо, шашлык. Какой маленький мне делают. Сейчас мне тарелки нести, 2-3. Какой пластик нести еще? За обмен. Вот. Ты нам мясо. Пожалуйста, ваши овощи, уважаемые. Вы не думайте, что папа здесь голодает. Он, конечно же, сам уже и первый ест. Все твой секрет уже знают. Знают, да? Он приходит к столу, все только начинают есть, а он уже сытый. У нас есть слово. Кто жарит, первое, себе надо быть кормить. Вот. Пожалуйста, уважаемые, идите перекусать. Дорогие зрители, вот один день рождения тоже закончился. Сейчас, который наши гости отвезли свой дома. Уже время 1:00. Конечно, так детей, женщины оставляешь дома, еще ждешь на улицу, они так поднимаются дома. Тебе звонят, все хорошо, мы приехали домой. Вот идешь дальше, которые штук оставляешь, вот такое дело. Друзья, день рождения, что, как произошло, я вам немножко объясняю. Все нормально, отлично. Которые всех довольны, и сами некоторые давно говорят, велосипед хочет. Я просто такой человек, я сразу не купаю дети, что хочет. Сразу не купаю. Либо я говорю, урок делаешь, мне неси, я тебе это куплю, если что-то просят. Либо который день рождения жди, который, если дорогая, что-нибудь просят. Если который что-то, да, сразу не куплю. Потому что что? Дисциплина, друзья. Дети надо дисциплинировать. Надо выучить, подождать, узнать детей. А что значит это? Если сейчас все сразу сдаешь руку, что вопросы сразу решаешь, будущее будет большой-большой проблемой. Потому что когда растет дети, после школы будет, я хочу себе открыть бизнес. Зарабатывай, открой. Тогда тебя слушать не будет. Продавай квартиру, дай деньги, мне будет говорить. Понимаете?
Вот, поэтому надо терпеть, выучить дети. Я так вокруг посмотрю, очень много людей, дети что просят, сразу делают, сразу. Если хороший знакомый мне, я предупреждаю. Я говорю, вот так нельзя, вот так надо. Потому что что? Когда растешь без родителей, да, без родителей, уже у тебя спросить никому. Сам себе надо делать все, сам себе. У меня первый велосипед мама купил, тогда у меня, я 13 лет был, 13 лет, такую не новая была, не новая, с пробегом был, с пробегом, который, у нас много денег не было, друзья, не супер классный, купер, не супер купер место я жил, в деревне, тогда купили меня, 3 месяца, потом сломалось велосипед. Детское время велосипед очень-очень важно, да, это я понимаю. Надо было еще раньше купить, еще раньше. Но детское время, которое что будет поминать? У меня велосипед был. Понимаете? Если на этот момент купил бы, дешевле купил бы свой ребенку. Подождал, самое лучшее купил. Вот. У меня детское время много чего не было. Игрушки не было. У меня там но еду много не было. Мы утром так выходили дома, выходили, у нас в деревне все, везде дерево, овощи, фрукты, что хочешь, полно. Даже, друзья, сейчас Анталья, выходи где-то там в сторону Сирик, туда иди, любой дом иди, у них там овощи, фрукты полные дома, полные. Это мой друг Айкут сейчас. Говорят, арбуз есть, там что хочешь, клубника есть, груша есть, там инжирь есть, все есть, полно есть, никто не ест. Базар как ходишь там, все очень-очень дорого, туда никто не ест. Вот, поэтому будущее что хочу, друзья, ладите, будущее. Хочу так маленький, большой, что-то земля хочу, хобби, да, хобби. Земля хочу, туда хочу посылать что-нибудь. Елена это против, конечно. Говорят, у нас уже времени нету про это. Надо потрогать земля. Надо потрогать. Надо там землям сверху надо ходить. Потому что электрик есть каждый человек. Земля, там все пропустит электрика. Все у тебя получше остается. Все. Я люблю, я уже взрослый человек, сколько можно бегать мне? Надо иногда отдыхать, надо идти, вот отдыхаю я землям, разбираем что-то. На этом мир что остается, друзья? Мир, все остается, дети оставляешь, хорошие дети надо быть, и дерево надо посидеть, дерево остается, все. Однажды мы тоже уезжаем на этом мире, мы не постоянные. Мой папа, который посадил в своей деревне очень много дерева, а сейчас растет огромное осталось. Кто-то фрукты есть, говорят спасибо большое. Это радость. Это радость. Я тоже хочу так же. Конечно, я еще посадил в моей деревне очень много дерева, еще так много чего. И люди нету туда. Никто так в воде не переключает. Даже систему я купил, оставил туда. Понимаете, много проблем, желание большое, но не получается. Сам в большом городе живешь, так в деревню хочешь что-нибудь делать, не получается. Еще, конечно, там в деньгах экономично сильно надо держать. У нас есть такое слово сейчас, новое слово, это не старое слово, которое желание как Париж, живем как Африка. Вот такой, да, желание как Париж. Хочу так, как Париж, жить, но живем как африканцы. Вот такое дело. Все, один день тоже закончилось. Я надеюсь, я вам оставил хорошее видео. Люблю вас, дорогие зрители. Пойду сплю. Еще, конечно, ребенку сюрприз есть. Продолжайте смотреть видео. Все будем объяснить. Люблю вас. Всем пока. Увидимся.